Это патка, а это, да, мясо деликатес. Даже для человека это диетическое питание, голуби. А это у них болезнь такая, вертячка называется. Они то ли с кем-то знаются. Не поддается лечению, вообще не существует. Их только ликвидировать. Уже 3 голубя отдал им. Ну, что задумалось? Охота, не знаешь, не бойся их. Они твои родня, давай. Кошки у меня шикарные. Белые, пушистые. А это буса, а та рыжая. Это та мать, а эти дочери ее две. Я люблю самочек, кошки. А коты, они блудливые, шарятся где попало. А эти дома, они домашние. Беда только, говорит, что много приносят. Ну, приносят это прибыль. Буска, какие глаза у ней, мордочка такая, умная, умная такая. Только начнем вечером прятать это подпол, потому что они открывают ночью, то ходят туда, а оттуда дует холод такой, просто холодина, приоткрой. И вот только начинаем говорить, еще не трогаем, ничего нету. Рыжая шмык куда-то под шкаф, белая залезет вот в эту вот корму, вот. Видишь, какая у нее там? Я сейчас не знаю, что это. Ну тут у нее, видишь, это. Это сидейка. Тут не просто так кошки. Вот она туда спрячется и сидит. А маленькие, хитрые, вот туда вон. Компьютер, она за компьютера, там ящики, вообще ее не достанешь. Ну я тогда начинаю играть с ней. Кричу, вот эту вот возьму. Вот смотри, она как любит ее. Ой. Вот эту вот только увижу, вон она, гляди. О, увидала. О, ой. Вот смотри, как я ее сейчас приучу. Иди сюда. Давай вот сюда. Вот это иди. Большая, бегаешь, мешаешь мне даже. Вот давай, Буска. Давай, Буска. О! Увидала. Давай, скорее. Сейчас дверь прыгнуть должна. Буска, ну-ка. Давай. Добро. Она вот это все мешает ей. Давай. Я уже задвинул все. Закрывай, приходи. Тебя тут ждет. О, как пуля летит. Давай. А вот это она любит. У нас любимая игра с ней. Смотри, вот. Гляди. Ну, она сейчас не видит. Гляди. Подожди. У меня игра с ней. Вот это интересно. Половичок кто-то мне подарил. Вот Никиты нету. Вдвоем бы подержать его, чтобы ты увидел, заснял. Вот у меня где-то даже заснято. Подожди-ка, я уберу это все. Давай-ка это уберем отсюда. Вот это вот. Многое. Давай. О! Вот посмотри. Ну-ка, давай-ка отсюда. Вот. Вот так. Я сейчас ее прилеплю, а потом можем, Володя там один конец поддержит. Ну. Надо. А ну за, вот надо за это вот деревяшкой гнать. Получится. А, верхний-то край, тут высоко, ничего нет, маленько затолкнуть туда. Подниз. Давай-ка. Давай, оттуда. О! А за деревяшку получится, нет? Вот за эту, за деревяшку. Деревяшки? Да. Нет, это не получится. А что не получится? Должно? О! Вот и... серединка. Ага. Все, получится? Да, еще одну вот. Давай-ка. Ох! Ох, простите, ради Христа. Ничего себе, это еще делаете, а? Чуть не убили. Ой, прости, Господи, а? Что такое? Ну-ка, хватит, уже поела маленько, хватит, пошли. Пойдем сюда, пошли. Ты смотри, а я даже... съешь маленько, вот некогда будет. Как давай. Я так не подумал, а? Ой. Хотел
добро. Вот еще это. Я сейчас покажу стихотворение на это покрывало, которое я написал. Опа, сейчас. Так. Ой-ой-ой. Тут разве разберешься еще? Мне, значит, написать надо. А написать проверить надо, нет ли где ошибки. Сейчас надо... Видите, в это время нажал, три раза одна и та же буква выскочила. Я не привык на этом писать-то. Аллея. А вот теперь смотри. Коленей. А вот как раз нашел. Вот слушай, гляди. Вот. Видишь, что здесь? Общую картину. Вот посмотри, если видно или нет. Вот. Видно, видно. Олень, вот погонщик. Олени скачут. Вот. Волки. Это волки окружили. Волки. А этот стреляет волков. Так это, не кверх ногами ему поставили. Нет, нет, все нормально. Мне казалось, что олени в ту сторону бегут. Что-то они в другую сторону у меня побежали. Я все время считал, что они в эту сторону бегут. Ну понятно, один волк, второй, третий. И стреляет там четвертого. Вот смотри, какое стихотворение. Она подальше, Игнатий Николаевич, а? Чтобы он мог прямо заснять. Нормально, вот, нормально. Смотри, пока вот здесь прочитать. Неправда без молитвы так и прет, нахально наседает, словно волки. У скачущих оленей поперек, от выстрелов в упор, и то так мало толку. Их стая оголтелых и голодных, и выбора иного тоже нет. Не меньше дюжины нас обложили плотно, им нужен я сегодня на обед. Безбожники, антихристы, зверье. У каждого хвосты висят поленом. Не промахнись ружье, иначе все умрем. О, Господи, дай вырваться из плена. Храпит в истерике упряжка из оленей. Копытит то и дело хруст костей. Вот их вожак в рост вылитый, как Ленин. Из леса вырваться бы на простор степей. Родимые, не спотыкайтесь с горок. Любимые, на взгорке на одном дыхании. Не отсырей же от дыхания порох. Вот опрокинулся еще один охальник. Мне приходилось проводить беседы с различными по злу еретиками. От этих волчьих стай на Русь ворвались беды. Не раз их Библии пришлось мне заарканить. Их лютость и сверкание злобных взглядов прошлись по мне, что вздрогнешь и во сне. Стихи на память в патронтаж плеядой сектантов заставляют костенеть. О, память, дар, талант не заржавевший! Ты выручала лишь с постом молитвой, а от доморощенных сектантов до заезжих ты поражала и своих наймитов. На покрывале на моем картина. Олени, волки, лес, один стрелок. Испуганный второй возница что-то крикнул. Во сне от холода им закрываю лоб. 20 ноября 2004 года. Вот. Вот это вот картина. Вот подарили мне. И Господь позволил вот такое стихотворение. Я видел не волки только, а вот именно злобность сектантов, что они делают. Никита пришел. Уже на гитаре учится. Вот, видишь как? Это у меня ко мне сюда, и я ночью лоб закрываю, натягиваю и вспоминаю, волки несутся. Ну, видимо, так и есть. С этой стороны. Все, снимаем. Осада снята.